Чтобы прогнозировать предстоящее половодье, нужно учесть множество факторов, говорят специалисты. Первое – это уровень осадков. За один только февраль выпало снега на 283% выше нормы. А из соседних областей, откуда течет Ока, уровень выпавших осадков еще больше на 25%. Вскрытие предполагается в районе, на реке Оке, в районе Рязани, будет, что первой пентадии, может быть, даже позже, ближе к концу первой декады, апреля. Соответственно, на других реках области, нам на реке Мокша, все это со сдвижкой будет на 7-10 дней. Предполагается, что уровень воды в Рязанское половодье не будет превышать отметку в 5 метров 80 сантиметров. Опасной считается высота в 6,5 метров. Однако, когда Ока поднимается выше 4 метров, в Борках уже начинаются подтопления. Да и далеко за примерами ходить не надо. 5,5 метров и отдельные территории в лесопарке покроются водой. Исходя из имеющихся в Главном управлении МЧС России по Рязанской области прогноза о прохождении весеннего половодья, прогнозируется, что в зону воздействия весеннего половодья может попасть до 25 населенных пунктов с населением около 7 тысяч человек, может быть потоплено 12 низководных мостов, 3 автомобильных моста и 19 участков автомобильных дорог. В региональном МЧС уже проводятся мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод. Спланирована работа группировки, в состав которой входят больше 4 тысяч человек. Может быть привлечено 2000 единиц техники и 52 плавсредства. Но пока это только прогнозы, ситуация может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Например, дожди на снег только увеличат уровень половодья. Есть и другие факторы, которые немножко могут сгладить самые высокие пики. Это то, что осенью у нас был дефицит влажности в почве, почва ушла полусухая в зиму, и сейчас уже стремительно уменьшается промерзание почвы. Прогнозы по половодью обновляются постоянно. В Рязани области работают 17 постов, 5 из которых автоматизированы. Через них и будут поступать актуальные данные по половодью, которыми и руководствуются экстренные службы города для безаварийного пропуска половодья. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город».